Это я не знаю, это беспрецедентно. Беспрецедентно. Девчонка со школьной скамьи в руководители научного солидного учреждения. С какой же она скамьи? Она прямо с фронта. А потом, помилуйте, что вы нашли в этом учреждении научного? По существующему положению, мы солидное научное учреждение. Солидное. Ну вот, она и будет тот человек, который сделает учреждение научным. И как ты говоришь, солидным? Солидным. Я в этом уверен. Ты уверен, а я не уверен. Я не верю. Не верю и все. Не веришь? Не верю, не верю, еще раз не верю. Не знаю, я за молодежь. Ой. Без них нет инициативы, смелости. В общем-то, скучно. С годами мозги дубеют. Ну, это у кого дубеют, у кого не дубеют. На. Спасибо. Рада, если бы он в кого-нибудь влюбился. Ну, почему никто не пьет, не закусывает? Ну, пожалуйста. Потому что ты очень плохо предлагаешь. Ешьте, пейте, гости дорогие, и не думайте, сколько все это стоит на базаре. У вас замечательный голос, деточка. Вам обязательно нужно учиться. Уже поздно. Ну, что вы, я знаю один случай. Я прошу прощения, товарищи. Пришлось высадить целых два заседания. Оправдываться будете, Марина. Вы не думаете, что мы вас стали ждать? Ну, правильно сделали. Поздравляю вас, дорогой Самуил Яковлевич. Садитесь, пожалуйста. Начальство не опаздывает, а задерживается. Тихо, товарищи. Ну, тихо. Между прочим, я здесь как частное лицо. Как муж своей жены. Тихо! 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 Дорогие мои друзья, 50 лет прожил наш коллега Самуил Горбис, а 30 из них отдал труду. Сладко, сладко! Я даю горько, горько! Именно сладко. Давайте лучше поговорим о моих очаровательных недостатков. Самуил Яковлевич, но ведь это же юбилей. Кому это нужно, юбилей? Он уже дома немножко выпьет. Давайте лучше выпьем за истину, за правду, за честность. Ура! Ура! Ваше здоровье. А давайте выпьем на брудершафт. А что? На брудершафт. Так нужно поцеловаться и перейти на ты. А если у меня грипп? Вы не боитесь? Нет. Нам не встречается несколько знаков.